Подъем, давай, блин. Нам еще шестую спасать. Так, ну он вроде... Шестая. Она ведет нас куда-то. Че, неужели это конец? Так, окей. Вон она, вижу. Походу, это конец, ребята. Огромная лестница. Это мы, поди, доехали до этой вышки? А чё, мы ее не спасем? Как она тогда появится на чреве? А помните, если кто-то смотрел первую часть, там в самом начале, в одной из первых комнат, есть очень высокий человек, который повесился. Так это поди он, ну в смысле вот этот вот длинный мужик. Или чё? Так, вон эта башня. Еще и свет везде включился. Ну так, а чё, чувак, иди вперед. Или ты не можешь? Твою мать. Он снял пакет. Я уже ничего не могу делать. Просто смотрим. Он Нео. Он его останавливает. В смысле, а что мне надо делать? А, то есть что-то надо делать? А, тут надо сопротивляться, как с этим, как с телеком, помните? Давай, 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 я готов. Стоять. О. И раз. Ушатал. Вау. Ничего себе, да, моно избранный. Чтобы сражаться с ним. А вот, вправо. Оп, влево. Надо типа в него целиться. Скидыш. Еще мощнее ударили. Сейчас пойди на третий удар, эта башня рухнет. На тебе. Давай. Опа. Пошел ты. Ну давай, отвали. Скидыш. Офигеть, здания обваливаются. Нет, смотрите, это еще не все. Но походу длинному чуваку плохо. Он исчезает, как Волан-де-Морт. Все, Моно его победил. Моно, ты крутой. Что он делает? А, смотрите, я светом управляю вот этим. Ну, давай. И чё? А, вот, смотрите, он... Он разрушает башню, что ли, или что делает? Он их выпрямил или что? Нет, подождите. Что он делает? Он типа переместился так быстро к этой башне или что? Вау. Вот это мистика, мистика. И что?
А вот это место с этой дверью. Теперь-то мы наконец узнаем, что там за ней, за этой дверью. Но там вот последний раз мы видели, там за этой дверью сидел вот этот мужик. Опа, дверь сама открылась. Музыка эта. Вот это наркомания, ребята. Не закрывайся. В смысле? Опа. Через телепортики. Отлично. Это мы поднимаемся, поди в эту башню. Давайте, окей, пробегаем. В смысле? Я только что здесь был. Так, походу не в эту дверь. Нет, в эту. Сколько раз в нее пройти-то надо? Или типа надо дождаться, когда музыка будет играть? Теперь поди назад нужно пройти или что? Нет. До меня дошло, надо на музыку идти. Вот, все, я понял. Вот здесь, видите, музыки нет. Видимо, нам не туда. Нам нужно идти за музыкой. Да, точно. Нам нужно идти за музыкой, это, возможно, нас шестая ведет. Видите, музыки нет. А вот она вот здесь есть. Ага. Поняли фишку? Надо вот здесь дверь открыть, толкнуть. Оп. Но туда не заходить. И пройти вот здесь. Ха, круто. Так, дальше. Вот здесь музыка. Блин, слушайте, прикольно сделано. Долго нам еще подниматься-то? Я уже наверх хочу. Да и серия уже затянулась. О, сколько дверей. Ищем звук. О, здесь еще и вот... Вот в этой стороне есть. О, ха-ха, как я угадал. Ищем звук. Блин, я сдох. Так, ну ладно, мы недалеко. Тут надо вот эту доску, походу, уронить. Я правильно понял? Да, ее надо уронить, чтобы можно было проходить нормально. Все, я сразу не додумался. Слева. Слева. Отлично. Это поди там шестая сидит и играет на своей этой волынке, на которой она играла, когда мы ее нашли. Я слышу какие-то страшные звуки. Это... Твою мать! Что ты такое? Очуметь! Эй, ты чё, это я?
Ну? Офигеть. Да ты не бойся, все. А. А, вот, нажми тигр, чтобы позвать. Иди сюда. Очуметь. А что с тобой? Кошмар какой-то. Так, здесь кувалда. И сундук, в котором она проснулась, по-моему, в первой части. Как я догадался, что ее надо разбить. Что произошло? Мать твою. Ё-моё, все поплыло какими-то кишками. Ага, она меня хочет сожрать. Бежать. Что с тобой стало? Блин. Что с ней стало? Капец, ребята, что это за жесть? Это жесть какая-то. Что происходит, я не понимаю. Я не понимаю, что происходит вообще. У кого есть теории, пожалуйста, я знакомлюсь с ними обязательно. Но пока она меня хочет сожрать. Блин. Здесь нельзя замедляться вообще ни на секунду. Все, бежать. Там препятствие, его надо не забыть перепрыгнуть. Это я помню. Кошмар. Шестая, я тебе говорил, не надо столько пить. Давай. Струяч, пацан. Есть. Она сейчас пробьет стену. В смысле? Я же успел. Блин, здесь вообще ошибок не прощается. Это уже какая, четвертая попытка или какая? Здесь вообще нельзя ошибаться по дороге. Бежать максимально быстро и максимально точно. Вот здесь вот я замешкался чутка буквально, и все, и хана. Так, она не успела, но она сейчас пробьет стену обязательно. Так, тихо, меня нет. Меня нет, уходи. Тихо, надо уйти. Блин. Чувак, сейчас надо, пока она вот там рыщет, надо открыть дверь. Нет. А что надо сделать-то? Или подождать, пока она уйдет? Ну давайте попробуем подождать, пока она уйдет. Или она сейчас может дверь откроет и выйдет туда? Нет, она же сейчас под столом начнет искать. А, нет, она пошла туда. Кошмар. Вот этого я, конечно, вообще не ожидал. Так, вижу топор, вижу дверь. Нужно быстро вытащить топор. Так, она меня услышала стопудово. Надо бить. Раз. Два. Три. Вот она. Она нашла новую. Или что? Она же меня сейчас сожрет, да, если я появлюсь? Так, а это что за выход? Ага, это я снова появлюсь здесь, да? Так, надо... Нихера она ушатала. Вот это мощь. Для нее это прям как топором по сердцу. Она псих. Она вообще больная, короче. Давай. На топором ушатайте. Да, отлично.
Так, снова в темной комнате. И что теперь? Все? Вокруг темнота. Вижу топор и дверь. Вижу топор, вижу дверь, надо разбить. Но это полный, так. Снова вижу ее. Для нее это, короче, вообще как этот, как адский крик какой-то. И она на него прям так реагирует. Нормально она ушатала. Так, а как тогда? Подождите. Мне получается не взять его. О, я только хотел сказать, что она промазала. Но она не промазала. Блин, я, наверное, все-таки разделю эту серию на две. Так, давайте сделаем вот так. Опа-на. Так, подождите, а как мне... Давай, иди сюда. Так, теперь она меня палит здесь. И я выхожу вот сюда и бью. Прекрасно, еще раз. И мы опять же оказываемся в небытие. Это замкнутый круг какой-то? Или что это? Так, вот снова дверь. Да, смотрите, это... Нет, но это не то же самое. Это не то же самое. Я здесь. Так, хоп. Теперь бежим сюда. О, нифига, она там устраивает. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, тут как-то надо рассчитать, куда ее позвать, чтобы потом схватить топор. Давай вот так попробуем. Сюда иди. Тихо, тихо, тихо. Она его не видит. А вот теперь увидела. Но не попадает. Офигеть, я забаговал игру. Так, окей, хорошо. Получается, надо... А, блин, еще ушатает, еще ушатает, еще ушатает. Да, ушатала. Так, значит, сделаем тогда вот так. Я здесь, дура. Нет. Как-то нужно успеть. Вот так делаем. Опа-на. Она несется туда. Мы несемся сюда. Она несется проверять эту дверь. Нет, она ударила меня ногой. Так, тогда делаем вот так. Орем здесь. Потом орем здесь. Потом орем здесь. Блин, она задела меня. Хм. Можно попробовать вот так. Вот сюда за... Кричим вот здесь. Выбегаем сюда.
Блин, нет. Так, блин. Я не понимаю. Я не понимаю, с какой стороны лучше подбежать к ней. На тебе. Так, пробуем. Потом сюда. Она нас ищет там. Мы в это время хватаем и бьем. Есть, успел. И походу это был последний раз. Так, капец. Я вижу снова топор. Видим снова это уродище огромное. Нужно взять топор. Наверное, подойти. Крикнуть, чтобы она офигела. И ударить, допустим, да? Да. Все. Еще раз ударил. Ее нужно совсем разбить. Давай, вставай. Еще раз надо фигануть. По-любому. Давай. На, еще раз. И это все. Ай, вот шестая. Она нормальная стала. И какой-то свет в конце тоннеля. Здорово. Все, нахер рушится, бежим. Куда? Веди. Ты здесь была, ты знаешь, куда бежать. Глаза. На нас нападают глаза. Прямо отовсюду. Мать твою. Крипота. Крипи, крипи. Это все очень крипи. Да блин, беги, пацан. Ты можешь бежать быстрее? Нет, не может. В смысле, он... То есть, в смысле, это типа просто финальная сцена, и он здесь сдохнуть не может уже, он просто убегает. Меня должно было съесть уже два раза. Беги. Да, это чисто как финальная сцена, что ли. То есть они просто должны сбежать. В смысле, беги давай. Сейчас рухнет. Быстрей. Прыгай. Давай. Есть. Давай. В смысле она его бросила? Ах ты ж мразь! А почему она его не спасла? Я в шоке. Я в шоке, что эта тварь его бросила. Вот же мразь. Но он не умер. Он по кишочкам гуляет теперь. Давай догоним ее и грохнем. Прям топором. Прям насовсем. Чтоб первой части не было. Так, и что это? Стульчик? Глаза. И что? Твою мать. Везде глаза. Какой-то лютый трэш вообще творится. Так, я им не управляю. Это просто катсцена.
Бедняга Моно. Он очень расстроился, что его бросила эта девчонка. Наверное, это типа был его единственный друг. И он так и сидит на этом стульчике, сходит с ума. И в итоге он и станет этим чуваком в шляпе. Охренеть. Точно, он же тоже может типа телепортироваться через телики и так далее. Офигеть, блин, как запутано все. Да. Это и был Моно. И что, он решил типа отомстить или что? Какова его цель вообще? То есть, типа, он и есть та вот эта сила, которая меняет весь этот мир. И это он сидит за этой дверью. Офигеть. Ну что ж, ребята, это конец. Это конец второй части «Маленьких кошмаров». Еще запутаннее, еще страннее, чем первая. Потому как в первой части хоть какие-то умозаключения приходили на ум, скажем так, простите за тавтологию. А здесь что-то вообще совсем непонятно. Ну хорошо, понятно, он стал этим чуваком. Но что дальше? Да. Очень все это странно, очень непонятно. Что ж, если у вас есть какие-то теории интересные, пожалуйста, выдвигайте их в комментариях. Я был рад, что прошел эту игру вместе с вами. Я испытал офигительные эмоции и, надеюсь, вам тоже понравилось. Ну а пока, огромное спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно все комментируйте. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.